Так, здорово, дружище, у нас роллинг, мы на канале Князь, да, не только вы, но и мы, подписывайся, все, что от тебя нужно, просто подпишись и лайк поставь, у нас роллинг сегодня, друзья, сейчас я вам расскажу, что, зачем, почему, по ссылочкам в описании игрульки не забывай качать, если хочешь поддержать мой канал. Вот, я получу какой-нибудь бакс за то, что ты скачаешь, установишь, зайдешь в игрушку. Кстати, там неплохие Android-игрушки, ну да ладно. Гильдия, царство Джокера. Вот, царство Джокера, ну, хорошо. Так вот гильдия называется, босс 20.00, прием активных игроков. Сила пока что... Ну, ребята, если вы активный игрок, то берем, вступаем. Лидер тут Джокер. Я на аккаунте физрука, так что давай, ща мы тут паролим, так, смотри, слоненка, лайк за слоненка. Что у нас по теме, нам нужно выбить много героев, дружище, это Асура, это Бугимен, это Рогатка, это Командора, это Ронин. Ну, серьезно все, находимся на аккаунте, да, я уже говорил, физрук, прикольный ник. И начинаем потихонечку ролить по аккаунту. Посмотри, тут, ну, достаточно такой, да, 112 тысяч силы. Блин, начальный аккаунт. Слушай, поначалу, раньше, когда я брал постоянно аккаунты на роллинг, была ситуация, что все были круче тунца. Сейчас беру аккаунты на роллинг и понимаю, блин, на, скажем так, тут аккаунт намного поначальнее, чем у тунца. Ну, тут все хорошо. Тут есть Феникс, тут есть Анубис, тут есть Фрея. Вот, ворожей. Ну, как бы все не так уж и плохо. Так что, и помимо всего, тут еще каких-то... Да ладно, короче, хватит балаболить, давай ролить. Это девиз, да, хватит балаболить, давай ролить. Вы наблюдаете в последний раз, скажем так, отображение роллинга, то есть... Кэнди, смотри, как сделали разработчики. Они сначала обновили анимацию роллинга, мы все горевали. Я писал о том, что вот, выходит последний роллинг со старой анимацией. Да, было очень много роллингов отснято заранее, до смены анимации. А сейчас получается, что я могу в названии писать, это последний роллинг. О, профессор Рибит, он может даже недостающий, но как бы на него пофиг. А сейчас я могу писать в названии последний роллинг с новой и старой анимацией, потому что выйдет обновление. Нет, тут, конечно, ледяной феникс есть, но как бы это все равно круто, это заслуживает лайка, да? Ну а сейчас я могу писать, что елки-палки-то, все, анимация тю-тю. Анимация тю-тю, дамы и господа, Бигфут. Он, наверное, был. Слушай, ну склад-то чистите, ребят, я уже. Ахуй! Ну, это очень жестко. Это очень жестко, друзья. Мы, конечно, не выбиваем сейчас особо там недостающих героев, но в столь короткое время и за маленькое количество самоцветов, там за 5 чем-то, ну, за 6-7, может, тысяч самоцветов мы выбиваем 2 ледяных феникса. Ну, блин. Это серьезная заявочка. Вот, на, не знаю, на качественный контент, вот. Нужно еще с таким акцентом это говорить. Ладно. Так. Не буду шутить, а то там, блин, сразу в космос полетят некоторые личности. Так, окей, ну нам-то надо каких-то недостающих героев. Феникс, это все замечательно. Это все круто. Это все прекрасно. Асура, дамы и господа, и она является недостающим героем. Вот о чем я говорил, ребята. Мы выбили Асуру. Ладно, давай мы ее попробуем распаковать. Мест у нас дофига. Слушай, а Бигфут был? Или тоже он недостающий? Ну, вроде Бигфут был. Бигфут не такая редкость. Слушай. Подожди. Так, тихо. Тихо! Я чё, еще и Бигфута недостающего выбил? А хозяин мне о нем не написал. Ну... Да, слушай. Тут Бигфута не хватало. Тут не хватало Бигфута.
тут, ну, блин, может, я его не вижу, может, я долблюсь, может, тут скин на Бигфута или еще что-то, но... Ну, вроде его не было. Ладно, давайте тогда откроем Асуру и Бигфуту. Ну, как бы там профессор Риббит был тут или нет, нам пофигу. А, ну, Бигфут достаточно хороший герой. Давай откроем. Так, идем дальше. Что тут? Асура с разбросом вторым, Бигфут с новым талантом. О божечки, о божечки. Ну слушай, ну такая интересная фигня происходит, если честно. Давай-ка это мы сейчас все сливаем. Я, кстати, не знаю, тут есть ништяки. Может, сейчас какие ништяки откроем. Глянем, чудо, как, зачем, почему. Так, ваши подарки. Да, тут их как бы не так уж и мало. Давай-ка открываем. Заодно склад почистим. Заодно почистим склад, дамы и господа. Окей. Удачный сундук. Ну, коробочку. Ай, коробочку не дал. Давай сюда. Сюда. И здесь коробку он не дал. Сволочь такая. А, ну зато у нас еще две лек-карты. Но они тоже особо как бы не нужны. Это мы сливаем. Чтобы роллинг, скажем так, не прекращать. Люблю сливать ресурсы чужие. Это приносит определенный кайф. Так, 240. Что мы тут еще можем открыть? Ладно, пока что ничего. Давай дальше, друзья. Вот так вот. Хопа. Циклоп, Тритон. А, еще что-нибудь недостающего. Леди Лео. Такое себе. Рина и смерть. Ну, заклинательница. Ну, не знаю. Может, кстати, тут Рина не было. Или, может, тут заклинательницы не было. Но хозяин не указывал их в качестве супержелаемых героев, как и Бигфута. Но, тем не менее, почему бы и не да. Давай дальше. Ну, слушай, хорошо сыпет-то. Хорошо, ребята, сыпет. Давай, студенистый рыцарь. Кристаллический. Давай еще кого-нибудь, а? Ронина, Командору. А главное, знаешь, Бигфута не указал, а рогатку указал. Ну, как бы Бигфут даже поинтереснее будет. Бугимен, так, Бугимен, Командора, Ронин. Бугимен, Командора, Ронин. Вот наши главные цели. У нас осталось совсем немного. Совсем немного самоцветов. Ну, хотя 15 тысяч. Места на складе, конечно, заканчиваются. Просто жуть. Давай. Оп. Отличненько. Продолжаем, дамы и господа. Наемный убийца. Давай, Командора, Бугимен, Ронин. Ну, слушай, ну тут очень хорошая подборка героев, на самом деле, друзья. Этот аккаунт точно не будет обламываться в развитии. Потому что на героев здесь жестко везет. Здесь так конкретно, прям по-доброму, хорошо так. По-православному. Давай дальше. У нас остается 8000 самов. Давай попробуем немножко в эконом-режиме поролить. Может, сейчас что-то выбьем. Ну, арес, блин. Я уже что-то хотел радоваться, потом понял. Это же арес. Чему тут радоваться? Ну-ка, давай. Сноузила, князь тыкв, Асура еще одна. Повторочка прилетела, но это неплохо. Это неплохо, дамы и господа, продолжаем. И наемный убийца, цикл Повелитель Бури. Я не знаю, был он тут или нет, но почему бы и не да. Снайпер, там повторки-то пригодятся для эволюции, аугментации. Это прям хорошо. Слушай, места закончились снова. Ну, очень как-то быстро они заканчиваются. Ну и сейчас мы и роллинг закончим. Кстати, Асуру мы прокачали уже на пятерку. Что тоже не может не радовать. Давай, тут сливаем синих героев. Ах, тут так нормально нападало. Окей. 2000 самоцветов. Должно случиться чудо. Блин, два феникса за 1008 самов. Это уже чудо, если честно. Суккуб.
И последний раз, нет, наемный убийца. Я думаю, что на этой ноте мы, дамы и господа, и будем заканчивать данное видео. Огромнейшее вам спасибо за просмотр. Я надеюсь, что хозяин будет не огорчен результатом данного роллинга. Выбили повторок Феникса, выбили недостающих героев. Ну, конечно же, не всех. Но, ребятки, у нас тут и не 500 тысяч самоцветов было, а аккаунт у нас, ребятки, бездонный. Вам же пожелаю огромнейшей удачи, огромнейшее спасибо за просмотр, за поддержку, за ваши лайки, за то, что вы игрули по ссылкам в описании качается, и за то, что подписываетесь. Всем большое спасибо, друзья. Пока.